громче, громче, громче! Канал Керчь, и это «Любовь с первого взгляда». «Любовь с первого взгляда» — это романтическое шоу для людей, которые мечтают встретить настоящую любовь. Да, как мы мечтаем это всегда. В нашем эксперименте будет участвовать 6 людей. 6 участников, так, все правильно. Участвуют участники, да. 3 девушки. И 3 молодых парня. Давайте поаплодируем, да? 3 на 3. Конечно, я уверен, друзья, что на это шоу они приехали на разных маршрутках. Я даже знаю, что во время подготовки 3 недели они не выходили из дома. Да? Что там? Они вообще были изолированы от виртуальной жизни. Вы представляете, 3 недели мы просто отключили интернет. Они ничего не знают друг о друге. Они просто впервые сегодня видят, и мы надеемся, что их сердца загорятся. Потому что мы приготовили специальные сердца для наших участников, чтобы любовь с первого взгляда была настоящей. Давайте поддержите, поблагодарите вкус жизни. Да, да, да! Я, конечно, уважаемые гости, завидую нашим участникам. Возможно, кто-то из них выиграет романтический... Как вы думаете, что пусть не догадается? Романтический ужин! Они ходят в путешествие! В лучшем ресторане. Какой лучший ресторан? Загадка. Какой лучший? Вкус жизни. Конечно, естественно, вкус жизни. Романтический ужин – это подарок будет. Это всегда хорошо. Как известно, путь к сердцу мужчине лежит через желудок. Да? А путь к сердцу женщины? Путь к сердцу женщины лежит через iPhone. 11 Pro с 3 камерами. Итак, мы готовы представить наших участников. Начнем... С девушек, да? Давай так сделаем. Давай. Ты как будто на ринге объявляешь. Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, tonight. Это весь мой английский, ты понимаешь? А? Да, еще есть London the capital of Great Britain, но ничего страшного. Tonight мы встречаем girls, первые girls, это Виктория! Давай, давай, Виктория, громче, громче! Виктория, филолог в душе, верит в чудеса. Девиз Виктории. Никогда не унывать, радоваться каждому дню. Совершила прыжок с парашютом. Виктория, вы сегодня первая на площадке, выбирайте направо либо налево. Направо, культурная девушка. И налево, мужчины, поддержите Викторию, понимаете? Культурная девушка. Следующая дама, которая появится на нашей площадке и займет одно сердце, это Надежда! Надежда! А, 10 минут. У Надежды есть автомобиль, нам подсказали. Это очень хорошо. Мы Надежду дождемся. А мы приглашаем Валерию. Валерия! Валерия. Громче, громче, Валерия! Там еще кто-то есть, может? И там Надежда не курит, не пьет, лезгинку не танцует. Внимание, лезгинку не танцует, не надо просить. Собирает коллекцию передних колес от паровоза. Ее девиз — вода камень точит. Вода камень точит. До конца, давайте поддержим, не опускайте руки. А Валерия у нас инженер. Она требовательна, интеллигентна и умна. Любит море и путешествия. Ее девиз — всему свое время. Мне показалось, Валерия в шоке. Это про меня точно? Парни, мужчины, у нас есть даже мужчины, которые готовы поучаствовать. Так, девочки, познакомьтесь, пожалуйста. Или не надо знакомиться? Не надо, это мои конкуренты мои. Да, мы приглашаем мужчин, они есть сегодня в зале. Давайте поприветствуем. Парни, первый — Михаил! Да, это он. Стоп, камера.
стоп-камера. Директор телеканала Керчь. Михаил, наш точно человек, да? Точно? Да, ваш, ваш. Мы продолжаем съемку, продолжаем съемку. Михаил, мы вас озвучиваем. Что говорит о себе Михаил? Давайте послушаем. Михаил – кондуктор в троллейбусном парке. Кондуктор! Умный, красивый, добрый, заботливый. И очень любит красивых и умных женщин. Правильно, да. Давайте поддержим Михаила. Присаживаться? Михаил, конечно, выбирайте любое сердце, любое посередине, место ваше. Посерединке. Ну, да. Конечно, вам же не привыкать посерединке. Встречаем еще одного мужчину. Это Тимур! Тимур! Аплодируйте, Тимур! Информация. Тимур строитель, оптимист, пофигист, похерист. Увлечение работа. Девиз ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед. И только вместе. Давайте по приезду Тимура. Тимур, это Михаил. Михаил, это Тимур. Все, что вам нужно знать друг о друге. Так. Третий участник, конечно, он здесь. Встречайте, Павел! Павел! Кто такой Павел? А? Аплодируйте Павел! А? Компания такая, а? Да нет, заранее не договаривались о ней. Еще не вечер? Страшно, страшно. Я боюсь представить, что следующий вы должны выйти, да, на площадку, нет? Не бойся, малыш, все с тобой хорошо. Ладно, так, а, ну что, поприветствуем мужчин и дам сегодня есть! Любовь с первого взгляда! Я благодарю девушек за то, что они не убежали. За то, что они не убежали, когда Михаил вышел. Я думал, что, боже, я вошел. Но нет, они остались, они заслуживают. Заслуживают всех подарков, которые есть. Итак, уважаемые участники, посмотрите друг на друга. Мы вот так вот назад. Вот так вот, Сонечка. Оп, назад. А, вот так вот. Да. Вот здесь должна будет. Вот. Посмотрите друг на друга. Это первый взгляд. Первое мнение. И сегодня у нас есть несколько вопросов для вас. Мы прочитали внимательно ваши анкеты, которые вы заполнили. Внимательно. Особенно пофигист, похерист. Это кто у нас? Это вот Павел, да? Нет, Тимур. Тимур, да? Тимур, скажите, пожалуйста. Пофигист.